Всем привет! Дорогие друзья, примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом. Пусть Новый год подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем. Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи. Благодарю всех, кто меня поддерживает и смотрит мои ролики. Не забывайте подписываться. И очень нравится, когда кто-то, очень благодарна, хоть кто-то пишет какие-то, отзывы. Спасибо вам большое. Аж растрогалась я. Вот смотрите на табло. Сейчас, сегодня 31 декабря. Сколько у нас время? 4 часа дня. У нас обычный день. Никакой суеты нет. Здесь, конечно, совсем не чувствуется Новый год. Сейчас посмотрим, сколько показывает градусов. Снег давно растаял. И 8 градусов. Вот 16.02. 31 декабря. Вот. А я вышла, вчера забыла купить лотерейки. И вышла сейчас, думаю, куплю быстро лотереи и решила вас поздравить прям спонтанно. Так. Хочу поздравить тоже моих турецких зрителей. Arkadaşlar, yeni yılın sizi ve tüm sevdiklerini sağlık ve mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Abone olmayı unutmuyoruz. Herkese mutlu yıllar. Hoşça kalın. Так. Ладно, сейчас я туда далеко не пойду. Наверное, здесь куплю лотерейки. Потому что что-то ветер такой. Не ожидала я, что ветер очень холодный. Далеко не хочется идти. Вернусь сюда. Ой, а там очередь, по-моему. Сейчас возьмем. Может, штучки 3? Блин, какой ветер холодный. О, очередь. Вот здесь будем брать лотерею. Так, надо встать в очередь. И смотрим. Так, по 30 лир. 30 лир это... Сколько у нас получается одна лотерея? $2. Ну, примерно $2, да. Грубо говоря. Так, сейчас я деньги приготовлю. Так. Тут очередь вообще, видимо, целый день стоит. Да, вон по 30 лир написано. Блин, без очереди лезут. Будем пробиваться. Ажиотаж конкретный. Ну да, время уже 4 вечера. Все спешат домой. Thank you.
Ben 3 tane almak istiyorum. Bu 30 liralık bir tane 09 sonu 09. 09 01 07. 01 07 09. 07 mi dedin? He. Oldu. 09 oldu. Bir de var, tamam. Все, взяла 3 билетика. И сейчас так. Это шекюрлер. Да. Вот мои билетики. Посмотрим, что нас ждет. Ну что, всех еще раз с наступающим Новым годом. Всем удачи, добра. Все, увидимся в следующем году. Всем пока-пока.